Часто не замерзли еще? Нет. Почему внутрь не заходите? Не пускает. Пришла в магазин, хотела там книжечки в тамбуре продать. То охранники вышли, и мне говорят, уходите, иначе мы милицию вызовем. 30 рублей книжечка стоит. Что мне две, пожалуйста? Две? Я здесь хожу, ну вот, извиняюсь, что проявляла черствость раньше. Бумага у меня самая обыкновенная газетная, потому что я книжку издавала за свой счет. За счет пенсии. Автограф можно? И злые, и говорят, вот Рой то, что стоит, как милостину собирает. А я им говорю, что я продаю свой труд. Когда дочь умирала, сказала, баба, это мама, ты поставь внучку на ноги. Я сказала, что я ее не брошу. Мои сказки пропагандируют не убийство, не зло, а добро. Нет, не надо, сдачи не надо. Как бы хочется почитать, вычислили в интернете, специально пришли. А это что за сказки? Сами писали? Да, это мои сказки. Сыну пусть почитает. Бездонное озеро, сказы и сказки. Это у меня планируется. Книжку мы приобрели в прошлую пятницу. Как узнали, что я машинку нужна? Вчера через интернет мне написали, что вроде я сразу думаю, как хорошо. У меня как раз есть хорошая, добротная печатная машинка. У меня своя уже из строя вышла, не работает. Поэтому я все от руки пишу. Очень рада, что она пригодилась кому-то. Я уже думала, попала бы к доброму человеку хорошему. Покупаем сказы и сказки. Одна книжечка. От Антихриста, что ли? А? От Антихриста, что ли? Каждый раз стоите здесь, сказки продаете. От Антихриста, что ли, сказки? Эти книжки я сама... Книжки... Сама читала? Эти книжки я сама написала. И сказки сама написала. Антихрист. Не обращайте внимания.